Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Симсоголики. И да, вы правильно угадали, мы решили порадовать вас в этом декабре просто ударной дозой видео. И сегодня я решила снять для вас маленький домик для студентки. Потому что вот вы знаете фразу, да, сапожник без сапог? Так вот, это про меня. Уже сколько времени с момента выхода нового дополнения в университет, а я все еще и в него не играла. Поэтому я решила исправить это недоразумение для своей студентки, построить маленький смарт-домик, который вот буквально крошечный, но при этом очень стильный. Когда я строила его, я отталкивалась от того, что, во-первых, мне нужно домик минимального размера, но чтобы в него влезало все, что необходимо. Итого мы имеем большой просторный первый этаж с кухней, с гостиной и даже с камином, и так называемый антресольный второй этаж, где находится спальня и рабочее место. У нас есть крошечная ванная, просто крошечная с душевой, и небольшая терраса, где можно отдохнуть и припарковать свой велосипед. Все это вы увидите дальше постройки. Когда строила проект, отталкивалась от своих личных предпочтений. То есть я просто подумала, в каком бы домике мне бы самой захотелось жить. И на результатах получилось то, что вы увидите. Больше ничего комментировать не буду. Видео коротенькое, все увидите сами. Приятного просмотра. Подписывайтесь, комментируйте. Мы рады всем. Пока.